Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Demet Özdemir и Can Yaman покорили сердце миллионов своей гармонией и любовью в сериале, в котором они вместе снимались много лет назад. Однако со временем их отношения закончились, и они разошлись в разные стороны. Тем не менее, их прошлые романтические воспоминания и совместный опыт остались яркими в умах поклонников и средств массовой информации. Недавно старые воспоминания Demet и Can снова вышли на первый план. Дуэт, случайно встретившийся на мероприятии, впервые за многие годы оказался в одной и той же обстановке. Этот неожиданный матч вызвал большой ажиотаж среди СМИ и болельщиков. Когда репортеры и камеры окружили дуэт, всем было интересно, что они скажут. У Demet были эмоциональные моменты, когда она рассказывала об этой встрече. «Давайте уважать наше прошлое», — сказал он. «Важно помнить и ценить хорошие времена, которые мы провели с Джаном. Даже если мы расстанемся, ценность того, что мы пережили в прошлом, никогда не будет потеряна». Can Yaman также не стал молчать по этому поводу. «Demet занимает важное место в моей жизни», — добавил он. «Мы пережили много прекрасных моментов вместе, и эти воспоминания всегда будут занимать особое место в моем сердце. Для нас важно уважать наше прошлое и с любовью вспоминать те дни». Эти откровенные заявления были встречены с большим интересом как фанатами, так и средствами массовой информации. Социальные сети были в восторге от этих искренних слов Demet и Can. Поклонников завалили сообщениями, в которых они ценили прошлую связь дуэта и уважение друг к другу. Эти заявления пары еще раз показали, насколько ценны были воспоминания, которые у них были в прошлом. Demet и Can почтили свое прошлое, снова выразив свое уважение и любовь друг к другу. Это показало, что они продолжили свой путь зрело и профессионально. После мероприятия Demet и Can продолжили свой путь, наслаждаясь миром и счастьем воссоединения. Для них эта встреча стала возможностью вспомнить хорошие воспоминания прошлого и с надеждой посмотреть в будущее. Это воспоминание надолго останется в памяти поклонников и СМИ и будет напоминать паре о былых связях. Этот инцидент еще раз показал, что Demet Özdemir и Can Yaman не только актеры, но и люди с сильной и эмоциональной связью. Их уважение к своему прошлому доказывало, насколько зрелыми и ценными личностями они были. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.